Работая в такси, никогда не стоит отвлекаться от дороги, чтобы по неосторожности не потратить лишние деньги на ремонт. Особенно если ты едешь на Ешке, которая может намертво перевернуться на крышу. Вывод был отменен из-за ошибки трек. Ух ты ж, бонус за безумный трюк. У меня просто башкой об крышу ударился. Ребята, вы там все живы? Тут моего клиента разборки, блядь. Адриана Челентана отменил свой заказ, блядь, говорит. Ну все, давай, пока. А где он, блядь, вообще, его знает? Я-то думал, это мой клиент там, блядь.